Ой, Мина наконец-то здесь хоть немножко аппетит открылся. Сам просит, не заставляем. Хлеб, говорит, давай, сыр давай. Ой! Осторожно, осторожно. Не упасть. Ой, еще одна бутылка. Вот набросали, а люди. Сейчас ее тоже уберу. Такое место красивое. Давай, хватай. Хватай. Все, давай туда неси, туда неси. Все бутылки соберем, кулек заберем и выбросим. Давай, опа. Молодцы, молодцы. Почистили немножко. Вот люди, говорю, злюсь я. Потом же, завтра же сюда захотите приехать. Как приятно, когда чисто. Хорошо. В общем, сегодня у меня ролик о море. Я говорю, там вообще скала, посмотрите, вот эта скала. Так можно сесть, как на кресле, и сидеть. И тенечек, и наслаждайся такой красотой. Вот что самое главное в жизни. Здоровье. Хорошее самочувствие, настроение. И больше тебе ничего не надо. И природа. Вот как говорится, кусочек хлеба, кусочек сыра. И все, и ты счастлив. Ну, опять-таки, это зависит от состояния души. Кому-то это не подходит. Не все любуется и радуется природе. Например, для меня это вот счастье. И настроение такое хорошее. Вот утром не было такого настроения, когда проснулась. Ой, не выспалась. А сейчас, когда вода тебя обрызгала, солнышко припекает, настроение хорошее сразу на воздухе. Ну все, наверное, буду прощаться. Не знаю, будет интересно столько времени смотреть кому-то на одну и ту же картинку, как мы тут резвимся, да, Имин? Сейчас так полтора часа быстро пролетят. Жалко, конечно, Алечку мы не привезли. Она не видит. Как-нибудь в следующий раз надо просто не на рисование приехать, а взять маму, взять Альку, приехать сюда. И мужа тоже взять наконец-то. Наконец-то он... Ой, отпуск взял у нас. Обязательно приедем все вместе сюда. Отпуск взял на 23 июля, когда моя подружка приезжает с Израиля. Чтобы с ними свободно отдыхать, Мишка меня вообще в воду тянет, папа кричит на него. Мишка, там нельзя, ты видишь, какой прибой, зая? Вот я тебя за ручку держу, мы здесь отдыхаем, а туда не надо, мой хороший. Ну, ругать ты не слушаешь, поэтому ругают. Это он меня все время, говорит, ругает. Жалуется на дедушку. Ну, мой хороший, ты же не слушаешь, мама боится. Там глубоко, ты же плавать не умеешь. Ух ты. Ну, ждем вот 23-го, дай бог, они приедут, все нормально будет. Будем отдыхать, буду вам все снимать. У нас много планов, куда мы хотим поехать, что посмотреть. Так, пошли за кусочком бутерброда. Сейчас идем. Вкусные? На, давай. Конечно, аппетит другой. Ой. Жуй пока. Идем.
я повыше взобралась, на камень залезла. Папа и Мишку увел, говорю, 5 минут походи с ним. Ну, красота. Хочу всех поблагодарить, кто меня смотрит, комментирует, оставляет отзывы. Всем большое спасибо. Это стимул для съемки. Я все время думаю, надо поехать куда-то еще, чтобы людям было интересно смотреть, показать что-то интересное. Иногда не успеваю отвечать на все отзывы, на все комментарии. И пусть никто не обижается на меня, так как, конечно, хочу ответить всем по возможности, но иногда чисто физически просто не бывает времени. С детьми, и да, домашние хлопоты, ну и сами видите, все время куда-то ездим. По возможности отвечаю. И хочу просто пожелать всем на фоне вот такого красивого пейзажа, пожелать всем здоровья, счастья, мира, добра и всего самого-самого хорошего. И никогда не унывать и не отчаиваться, потому что все равно все всегда заканчивается хорошим и хорошо. А, нет, все уже, удочку сложил. Видимо, понял, что нету смысла. Я папе говорю, брат сложил удочку. Папа говорит, ну правильно, потому что у нас осталось всего 20 минут. Забрать Алечку. Я говорю, так быстро? Время, конечно, пролетело. Я думала, у нас еще час. Быстро время, да. Ты подсыхай, подсыхай, друг. Сейчас поедем за Алькой. Еще надо нам зайти в маркет. Здесь такой хороший Браво. Сейчас мама даст, сейчас солнышко. Проживал, еще хочешь? Да? Хочешь еще? Сейчас я дам. Здесь такой маркет хороший, Бузовнах. Именно, не Бузовнах, извиняюсь, Бельге, отдел Браво. Там именно в летний период, зимой нет, а именно в летний период, когда все дачники приезжают, там все время свежая мясная и куриная продукция. Нет, ничего, немножко купим. Хотим купить немножко курицы, чтобы сделать вечером во дворе шашлык. Овощи купили, икру, может, сделаем на мангале, баклажановую. Ну, посмотрим, это пока в планах. Все, не падают штаны? Нормально? А? А как? Ты сказал, падают, мы покрепче завязали. Вот все, поднялись наверх, едем за Алечкой. Какая красота! Сниму напоследок еще раз. Правда, тут везде саранча.
такая крупная.